мы тоже прошляпили ситуацию в Европе. Как? Минск, там есть другая минская группа, не минская процесса, минская группа, в которую входят Франция, минская Россия, да, и Америка, не смогла за последние 25 лет решить этот конфликт, потому что он перестал интересовать и Америку, и Европейский Союз. Слишком далеко, другие проблемы появились. Господин Штайнмайер, я помню, еще в 2008 году, за 2 месяца до грузино-российских событий, ездил и в Россию, и в Тбилиси, и пытался договориться о конфедерации, новый план Германии тогда, или Европейского Союза, конфедерации Грузии. Он считал, что это единственная возможность. Это был фактически такой для Грузии план казака, который был в Молдавии разработан Россией, чтобы как-то примирить все стороны. Саакашвили тогда сказал, поскольку господин Штайнмайер друг Шрёдера, а Шрёдер друг Путина, я с ним разговаривать не буду. Ну, получилось, что получилось. И, конечно, Германия пыталась всякими методами, новыми идеями как-то возобновить этот процесс, войти туда, понять его. Но мне кажется, что проблема Нагорного Карабаха заключается в том,